Депутаты самоуправления посчитали, что закон является вмешательством в автономию самоуправления и его отстранение от принятия решений. Причина в том, что документ обязывает самоуправление сносить памятники за свой счет. Указанный закон с юридической точки зрения не соответствует Конституции. Консультации с городом в соответствии с уставом самоуправления не проводились. Для прямого делегирования государства финансирование не предвидено. Суд Сатварс, Медогавпилская дума планирует обратиться в течение 2 недель.